стрелки делают. Нет, это сложно. Да, с пастрами он с какой-то штуки, у него там кодируется. Спасибо, Жень. Это штаны с дыркой, видишь? Там череп. Череп. А? И там тоже череп. Кого это? Неотъемлема была часть жизни. И телефон, и фотоаппарат. Грабли, что ли? Типа колодец, имитация колодца. Коромысло. Или что это? А, нет, это, наверное, на животное делали. Потом покрутить, это жирновато. Центр Москвы привезли бревен, да? Чтобы вот дичь всякую делать. Не запрос. Смотри, на доске расколет, потом вы на доске делаете ровненькие, да? Каждая доска. Ну вот что делать. Самодельная. Из дерева получается. Из цельного, из цельного. Да, да. Ствол. Видишь? Похоже, из цельного, да? Вы вот это выдалкивали. Да. Да. Потом сверху деревяшечкой так, наверное. Можно, а тут рыбу, наверное, сушили. А, сетки.
Да. Я похожа на настоящего? Да. Нет? Настоящего воина? Воина, да. Похожа. Они, наверное, здесь куют. Угу. Значит, там воздух. Вот, смотри. Егор, не сюда. А булатный сталь, такой, известен ли вам секрет булатной стали? Вот так. Или утрачено, или сложно сказать. Сейчас вот вы вот процесс, что вы закруглить пытаетесь кончить, или что? Сбиваю там лишнее, остальное. А по толщине он тоньше должна быть, или как? Вот, распушить или нет такой задачи? По толщине как бы чуть-чуть я еще вытяну, потом пробью дырки и буду ждать. Вот этот вот, а загиб это вы ее разогреваете и как в тисках? Молотком просто на роге. А. Если загиб ушивай, иначе отверстие на лицо. С ней водичка, мужик до колевого. Почему мужик вообще? Прикинь, он в школе, наверное, доставал учителей. Наверное. А в университете? А почему хуже? Этот логарифм такой? Да, а да. Почему тут вот так? А может должно быть вот так? Да. Важное дело. Нет. Не пытаются сохранить какие-то традиции, да, какие-то? Угу. Может, тебе корзины плести? Да. Нет, я-то не хочу. Самая простая задница. Дальше там начинаются варианты розги, посложнее бывают косички, А вы прямо вообще вот просто садились и пробовали, или вы там читали, смотрели? Нет, я читал, смотрел, но там особо читать смотрел ничего. У меня большая книжка, она переворотка, я говорю. Не смотрел, как ты не просто пробовал, потому что не надо. Тихонечко научился, так сначала, как бы, и потом получше.
А потом появился интернет, и вообще красота замечательная. Это уже трахает. Еще говорят, что это реконструкция. Самая будет фотомодель. Какие именно фотомодели? Там вешаются.
Отсель грозить мы будем шведу. Иначе теряется ароматика. Да, мы про кофе тоже. Я тоже слушала, я вас не видела. Ну как, интересно про кофе? Да, мужчина интересно рассказывал. Да, мне тоже понравилось. Я так поняла, что вот турецкий кофе, он какой-то другой, да? Его пьют мало. Американы уже заказали в Италии. Горький, вот такую принесли, фигню. Горький? Да, горький очень.
Видимо, как он сказал, не только для эффекта. А у нас кружку надо целую выпить. Это вкусно, да? Называешь труд, там пить и меню. Как-то, наверное, проход уже приспособит, да? Птиц, зверей. Венера, страшно. Что-то вообще закрыли, чтобы не смотрели. Такая тонкая карта, да? Они специально шапочки продаются. Очень дорого, потому что шапочку можно купить в магазине, да, такую? А есть, которые для птиц делают индивидуально, специально для птиц? Не просто так, я забыла, какая функция, но в этой шапочке есть какая-то функция. Ну, типа она себя не нервничает. Наверное, да. Ой, там животные. Фотографировать не хочется. Да ладно. Сколько тебе денег, чтобы ты тащил свои деньги? Ну, за 5000 полежала бы. Им так сказал. Так, наверное. Им даже уже как притворяться не надо. Самые дофиговые девушки, пацаны, они там влюбились. Развалились. Ну что, не меняются потом? Я же так и не получилось. Помните, мы с вами ездили? Почему вроде у тебя получилось? Ничего я не получилось, я как больше. Ну, типа тренировочные. Типа с палками ты бежишь, типа Кия, Кия! А это вот ты бошки типа срубаешь. Ну ты чё? То есть не так и просто еще. Ты аккуратно, там девочка спит. Ничего, нормально у него. Так он как-то медленно, он должен так... Может, тоже можно попробовать? Ну тоже, чтобы идти так. Погодите, может? Не мукаешь. Видишь, он как показывает? Подожди. Они еще играют. Почему? Эти штучки. Я вам задаю. Ну что ж, все равно спасибо вам и доброго дня. Хорошего дня. Алтын, Субани, мы двигаемся дальше. С нейтрацией? Я не настанусь. Выше на
Gel abi 17'e kadar burada var. 17'e kadar burada var. Непонятно, что он здесь играет. Ну, просто они уже хорошо. Наши ученые, которые прибывают в раздумьях, поскольку обдумывают они. Чем порадовать вашу разговор в следующий раз? Потому что не все же разъехали. А ты что, наложница, что ли? А это что за веселящийся отрок? Паша, оказывается, такой болеемец. Мудрейший Паша решил рассмешить своих жен и залезть через окно. Все, заходит. Вы смущаете Пашу своими смехом и прочим. Приходите, когда Паша будет готов, как говорится, ответить на великого ваше внимание пристальное. Да. Что ж, не будем смущать великого Ахмед Пашу. Добро пожаловать в году. Смотри, на нас забирай. Нет, да, чем ты ест? Вот, подняла вот так вот снимаешься. Чем ты ест? Знаешь, сама сообрази. Нет, не работает у меня особо. Нет, ну ты хоть немножко пойми там. Понять и простить. То, чем мы будем делать. Это еще. Вода вычистила. Пошел почти сделать. Да. Прикол у тебя. Они сидят там, вот это тут лучше, чем в тюрьме быть. Да, ну как повеселее. Все, у меня low battery. Слышишь? Лучше, здесь лучше, чем в тюрьме. Так естественно, это же замок, дворец. Мне садится батарея. Мне внутри не тяжело. Я не знаю, может, там нельзя заходить. Ну,